Большой словарный запас делает вас душнилой компании. Может, душой? Это слова схожей этимологии, но с разной семантикой, поэтому... Кажется, у нас новый председатель в нашем клубе зануд. Почему холодильники квадратные, а кастрюли и тарелки круглые, и в итоге у тебя ничего нормально не влезает в холодильник, при том, что между тарелками остается куча пустого и бесполезного места? Потому что в Тетрис надо было в детстве играть, все бы и поместилось, здесь кусочек сыра, там недоеденный бутерброд, вот и уровень готов. Мне коллега сказала, что у ее мужа совпадают IQ и вес. Вот сижу и думаю, что же она имела в виду, то ли ее муж жирный ботаник, то ли худой дебил. Или бодибилдер-интеллектуал. Умных и честных людей много, но расставлены они так грамотно, чтобы не мешались. А дураков на свете мало, но они расставлены в таком порядке, что встречаются на каждом шагу. Саквоёж! Пусти ежа, не мучай. Мы поднимаем цены на наши продукты, чтобы вы меньше напрягали спину тяжелыми пакетами. А еще в нашем магазине очень внимательно следят за их свежестью. Каждый час сотрудники переклеивают сроки годности. Ты была прекрасна этой ночью. Вообще не перетягивала одеяло на себя. Я еще никогда не видел мышь, которая была бы так сильно похожа на мышь. И на мышь из мультиков, причем на Джерри, на конкретную мышь. Давайте говорить конкретно. Я не хочу, чтобы женщина в отношениях со мной чувствовала себя слабой. Я наоборот хочу дать ей сил, чтобы она чувствовала, что может горы свернуть, что она мощная. И как после этого заработала бабок дофига мне на новый комп и хату? Приезжай и посмотри, как я убралась у тебя в квартире. Я так думаю, что ты не совсем правильно поняла слово «убирайся». Чел, после этого, походу, тебе придется убираться. Во всех смыслах. Психотерапевт, новогодние подарки не могут сделать тебе больно, не выдумывай. Тем временем подарок. Эта кружка немножко как я. Итак, друзья, всем привет, меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка угарных мемасиков. Поехали! На любой работе надо просто искать человека, который работает хуже всех, и делать все немного лучше, чем он. Мальчик смотрит сериал по новой серии еженедельно. Мужчина смотрит сериал по вышедшим сезонам. Дед смотрит сериал по завершению всего сериала. Но если сериал интересный, его можно смотреть и новую серию еженедельно, потом, когда закончился сезон, пересмотреть весь сериал с новым сезоном, потом, когда закончился сериал, пересмотреть весь сериал со всем сериалом. Потом еще можно посмотреть кучу обзоров, кучу всяких видосов про пасхалки, теории заговора внутри сериала, там какие-то скрытые смыслы и все такое. И потом через какое-то время еще раз его пересмотреть, уже обращая внимание на детали. Короче, если сериал крутой, это значит он крутой. Ауф. У меня сейчас такой период в жизни, что деньгами помочь не могу, но картинок смешных могу скинуть много. Пьяные парни делятся на два типа. Обнимашки. Битва. Господи, вот меня когда этим вашим одиночеством пугали, делали большие страшные глаза и говорили: «Вот будешь приходить в пустую одинокую квартиру, а там тишина». Я пришел в пустую одинокую квартиру, там тишина. Так офигенно, хочу еще. Вы реально считаете, что это того стоит? При создании мема ни один шлепа не пострадал. Мне не совсем нравится концепция, что мышцы растут от усилий. Почему они не выбрали расти от вкусной еды, типа такие: «Ого, нифига себе, это жареная картошечка с грибами в 2 часа ночи, лови пресс на 3 дня!» Как-то купила подруге подарок на Озон. Подруга рассказала соседке моей мамы, что я прислала ей подарок с Озона. А я много лет как уехала из родного городка. Так вот, через какое-то время до матери доходят слухи, что нифига я никуда не уехала. Я сижу на Озоне и подруге подарки оттуда присылаю. Озоновский курьер, ветер северный, доставка до двери, хабара немерена, лежит в пакетах тяжкий груз. И не курьер обычно губит, а наценка 300+. Минут 10 не мог сообразить, что к чему. Кто пишет, пока не увидела ногу, думала, что папа застрял в текстурах. Так, в смысле, а где он? Я не понимаю, по-моему, он реально застрял в текстурах.
Он снова выбрал весело посидеть в интернете до 4 ночи и не выспаться. Это мы с друзьями на каждой встрече обсуждаем одни и те же истории из прошлого, потому что последние несколько лет в нашей жизни ничего интересного не происходит. Приложение не отвечает. Диспетчер задач. Значит, ты выбрал смерть. Диспетчер задач не отвечает. У тебя здесь нет власти. Ха-ха. Что я представляю, когда кто-то говорит «лавандовый Раф»? Мало кто помнит Рафы. Ну, вот эти тачки, которые раньше ездили постоянно везде. Это типа микроавтобусы раньше были такие. Залил дорожку, детей отвез к бабушке, собаку посадил на цепь, кота запер в доме. Вроде все предусмотрел, но откуда-то взялась черепаха. Кто пишет, это не черепаха, это черепадла какая-то. Не надо сразу в лоб говорить своей девушке, что она тупая, надо провести подготовку. Сначала говоришь ей «глупышка моя», потом «перестань, дурочка», затем «какая же ты у меня бестолковая». И уже после всего этого «капец ты, дятел!» «Дед, чего желаешь? Верни баланс на карте, который был до Нового года!» Настоящая химия, школьная химия. Ой, да точно так же с любой наукой. Я как человек, который закончил физический факультет, могу вам сказать, что и с математикой также, и с физикой, да и с философией, и со всем чем только угодно. Школьный курс всегда вот охватывает примерно вот столько. Кто-нибудь помнит, как говорили в интернете в начале нулевых? Мну! Недавно ржу не могу и под столом сказал, так меня ветераны Куликовской битвы записали. Когда достаешь ее волосы из слива. Я на собеседовании. Спустя месяц работы. В новостях сказали, у вас плюс 26, это правда? Где-то плюс 20, 22, ветер только не очень приятный. Ветер ему, блин, неприятный. Интересно, знают ли бобры, что они вообще делают? Или они просто видят воду, текущую по реке, и думают... Возмутительно, блин, тут же просто необходима плотина. Ну, тут без плотины вообще никак. Я тороплюсь домой с работы, чтобы успеть делать абсолютно ничего. Если удаленную работу совмещать с работой консьержем подъезда, то вы получите офис, за который вам еще и заплатят. Шах и мат. Никто, абсолютно никто, школьный гардероб после 6 урока. Люди с карманными ножами, когда видят коробку, которую легко можно открыть руками. У меня есть нож. Ученик стал учителем. Сегодня закончил разговор с матерью фразой: «Ой, вы посмотрите-ка, обиделась она. Перезвонишь, как успокоишься». Да потому что потерянное поколение, вообще никакого уважения, уткнутся в свои телеки и сидят, вот в наше-то время. Коротко о совещаниях на моей работе. Ученые на Чукотке поговорили с китами, но не знают о чем. Исследователи Института океанологии РАН проиграли белухам сигналы на их языке и получили ответ. Однако ученые пока не знают, о чем они поговорили с китами. Когда не пропускал уроки физики. Кто пишет, и как это поможет в жизни? Как же можно сэкономить таким способом на прокладке труб? Лучший буст скорости современности. Когда кто-то спрашивает меня о любимой погоде. Вот она, я мечтаю об этом. Она. Он всегда меня игнорирует, когда играет в эту дурацкую видеоигру. Он. Она не понимает, что это многопользовательская игра. Женщина-психолог. Но почему бы вам не нажать на паузу? Чел, держись. Как выглядят девушки маленького роста, когда злятся? Я тебя сейчас покромсаю. Мы теряем все, что было создано предками. О нет, Атлант больше никому не нужен. Хотя я уверен, он долго там не простоит, его кто-нибудь заберет. Атланты просто так не уходят из этой жизни. Эти глаза напротив... Если она не знает, что это, то она слишком молода для тебя. Я, походу, тоже слишком молод. Что это? Кто знает, напишите в комменты. Я ем подаренные шоколадные монетки. Девушка смотрит в мою сторону. Я.
Я не отдам ни единой монеты. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Переходите по ссылочке в описании на наш сайт mimosk.ru, регистрируйтесь и публикуйте свои мемасы. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, на паблик Мимоск ВКонтакте и читайте нашу с Аленой книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика про искусственный интеллект и доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока.